Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет смотрите продолжение партии за Португалию в Sid Meier's Civilization 6 в ФФшечке на десятерых. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Всем вам приятного продолжения просмотра и слава Украине! Что тут за техо? Ну мне надо... Нао открывать. Блин, я до сих пор без компусов сижу, прикол. Ну, пингало где-то, наверное, до 5 повысит. Так, вот ждем Магнуса прибытия и тогда вырубаем. Давайте этого скаута сюда переброшу, он меня побежит где-нибудь от стека исследовать. Еще раз, а где у тебя Райна сидит? В Манчестере. О, норм. Я как раз туда караваны пускаю. Блин, а может я зря сюда, может надо было сюда, но... Блин, не знаю. Баблишка сейчас тебе придет. Баблишка это хорошо, баблишка это я люблю. Да блин. Ладно. Ты так все-таки решил, да? Да. Да, города без стен, конечно, грустненько. Вот тут Китай, конечно, со своим Цзяодуном. Не, ну тут вам просто не повезло с местом, вот и все. Культурный союз, Леш, будешь? Культурный? Ну давай культурный. Мне пофигу, честно говоря. Ну да, вот ответки. А у меня следующим ходом союзы. А, окей. Вот жалко, что у меня на чай в Коимбре... У меня тут кампус хреновый будет, то есть у меня этот чай не будет такой процент давать. То есть мне было бы круто, если бы чай был в каком-то прибрежном городе, но, к сожалению, нету. Я, конечно, проверю сейчас, поищу, но, судя по всему, да. Я тебя понял. Так, вот тут надо центр коммерции тоже... А, так я могу прямо сейчас вырубить, отлично. Так, и... Так, и тут тоже вырубаем. Вот так. Оба и рынок. Какой ты город за нас? В центре. Молодец, хвалю. Ну, 50. Ну, это мало, конечно, видите, тут у народа какие... Какая наука валит. А
А там уже забрал кто-то? Что забрал? О, норвежца броненосец сейчас будет. Броненорвежец будет? А норвежец вообще кого-нибудь харасил в этой игре? Вроде нет. Чему я несказанно рад? Потому что харасил бы, скорее всего, тебя, да? Ну, ему достаточно далеко плыть, плюс харасить Англию с халявными лодками — это дорого для себя же. Ну, территорию пограбить-то можно. Так, я ж у него сразу спросил, когда он приплыл. А там территория? Сложная, не проедехать. Поэтому смысла не было. То есть ему надо было дракаров 10, чтобы адекватно там что-то сделать. Блин, может мне все-таки сначала, учитывая, что у меня в образование выйти. Ну да. Ну только если вон Сабсбург, хотя я не знаю, кто это поставил, недавно видел. Я его недавно тебе поставил. Нормально там у этого... У Матьяша из Венгерской империи военной мощи. Нарастил бицепс, не поспорил. Да там чел на него напал, я так и не понял. Кинул ацтек. Предложение. Так, мне надо с кем-то... Янтарь, у меня есть благовоние. Ацтек, а хинду тоже ты собираешь? Я сейчас иду забирать все подряд все прибрежные города. Какие успею забрать? У меня все прибрежные. Норвежец предложение. Так что, и перс, что ли, на своем острове каком-то? Отдельно сидит. Так, стоп, у меня из... Креп, смотри сделку. Можно я проплыву, пока ты живешь? Понта Дельгадо в Китай только бегает. Так, понял. Где-то ты ГГшки оставишь? Здесь планируешь сносить? Мне просто в разные надо, видите? Из-за Сингапура. Каждый караван плюс 2 производства в город. Какая боль, какая боль. Так, торговую республику мы, конечно же, не видим. Пока живее всех живых. Так, плюс 2 влияния. Не хочу в Лавенту отправлять вассалы. Кстати... Кстати. Маскат, конечно, своей клеткой тоже не в тему. Где у нас вообще юниты? А, у меня два лучника, да? Ой, блин, сейчас минус скаут будет. Надеюсь, хотя, надеюсь, тут понападают. Блин, китаец, нафига тебе Сингапур? Ну как нафига, там товарищ отжал моего поселенца, сейчас мы его заберем. Блин. Не, все, не умер скаут, слава богу. Так, тогда немножко изменим путь. Ну когда ты уже в город, в ГГшку превратишься, блин? Может, куда-нибудь сюда правительственную, в Лиссабоне бахнем хотя бы. Тут еще можно будет соседство сделать. Да.
кстати, реально... Я еще могу проекты почитать, это все-таки рановато. Ну, потому что Гонконг лучше мне давать, соответственно. Так, пора здесь... Нет, наверное, все-таки в Беже сначала. Потому что на побережью города важнее, чем... Чем здесь. Так, ну хотя бы в Кёнджу стены строит. Здесь тоже, наверное, не успеет. Так, какие у меня еще ресурсы могут быть? Хлопок, еще может быть этот. Меха. Да, а, этот не захватывает. А, все это скауты, зашибись. Не должны забирать мне поселов. Дед. А? Надо. Ну тут это эпоха войн началась. Блин, или тут лучше. Поэтому, как без этого? Плюс 3. Круче. Давай, тут просто рыба еще вообще-то. Да. Я бы лучше рыбу оставил. Ну, а вента неплохая там. Соль есть. Ну, так мне и город как раз там поставить негде. Ну, забирай так за лавент. Обменяемся так. Большие гегемоны порешали за мелкие государства. Да. Суровая реальность, хуже действительности. Так. Суровая печальность. Ну и печальность тоже, как вопрос. О, поселенца можно за веру. Так, давайте здесь. Дальше... Тут строитель нужен будет. Ладно, зачищал амбар. В порта надо строителя, который побежит вот эту вырубать, чтобы там кампус строить. Блин, а может этот вулкан успокоится наконец-то? Кстати, вот эти клетки можно выкупить. Очень мощно будет. А здесь, кстати, и черепах надо выкупить. Я смогу сделать производство. А в Понта-дель-Гаде янтарь производство. Мохенджо-Даро. Да блин, когда тут город появится? Я боюсь подходить поселам. Захватили все-таки? Стрелки-разведчики захватывают? Фак. Ну, это говнина произошла. Черт.
Не, монархию не хочу. Что-нибудь меняем тут. Может, все-таки соседство кампуса давайте поставлю. У нас добегают прям. Да? Дед, серьезно? Ну да, я напротив твоих городов. А, я просто с другой стороны тебя открыл. Ну давай. Ой, блин, я что, отказал? Дальше, предложил. Кейс с тобой, я ж не против, перс. Союз. Ты вообще вышел в союз? Я еще не вышел, я, да, имею в планах с тобой союз, но я имею в виду, что он не дальше, чем я, поэтому добегает. Да. Можно чуть таймер приподнять, а то я прям совсем не успею. Так, 4 хода до картографии. Броненосный. Привет. Может, наемники открыть как раз картографии, чтобы, ну... Что ты захватываешь его? Карточку поставить. Да, наверное, так и сделаю. Что ты захватываешь? А что нет? Корею он захватывает. А что, я захватываю? Ну, так Корею, да, очевидно же. Ты же видишь. Так я спрашиваю, зачем? Ну, а что она лежит бесхозная? Канди. Канди, кстати, интересно. Ну, аргумент, согласен. То есть да? Она... За каждое чудо дает реликвии. Ну, блин, но мне Сингапур, конечно, союзить надо сначала. Ну, раз так себе что поделать, придется мириться. О, 2 хода уже картография. Так, значит, надо наемники открывать. Так, тут мы ждем прибытия. Так, следующим ходом мы выстроим ничего. Здесь маяк завершили. Ну, я бы кампус тут поставил на плюс 3. Поэтому покупаем строителя. И покупаем торговца здесь. Португал, ты тут? Что, да, я тут, что? У тебя посело увели варвары. Где, когда? Выше от Фуншала, на берегу стоит. А, да, там, да. Так, тут мы откладываем, как я и сказал, и тут откладываем. Тогда мы нигде ничего не строим. В Фуншале, кстати, надо будет купить все-таки посело. То есть, ну, отобьем и поставим где-нибудь. Тут еще будет место. Блин, а вот это, кстати, что тут морской караван... Ой, блин, у меня сейчас будут караваны ломать. Фак. Вот это очень неприятно оказалось. Чёрт.
Здравствуйте. Блин, уже обстрелить может отсюда, да? Что-то я дебильно встал опять. Как странно, в Сарбсборг добивает, прикол. Так, ну после картографии понятного образования... За что ты там делаешь? Он все равно умирает. Все, без хода добро-то пропадает, да? Так, а куда я хочу? А мне наверное, скажем, сюда давайте. Ну, как бы по тому и по той же логике. Нет, ты специально на пол хотел его убить. А я уже... То есть ты пришел типа... А я облегчаю страдания уже. Снимаешь муки совести и тела, да? Да. Понимаю, брат, понимаю. Ты совершенно верно поступаешь в своем стране. Респектую. Со всех рук и ног. О, Венгрию я встретил. Привет. Кинул сразу тебе предложку. Принял сразу. Едва успеваю ходить. Так, кто тут кому войну? Норвежец. Че вы корейца бедного харасите, ребят? Че за... А я не знаю, это все норвег, на самом деле, спровоцировал. Я просто чувствовал, что он хочет напасть. Не-не-не, я приплыл, смотрю, тут Корея падает. Я думаю, надо... Места нападения на карте. Так ты лучше, ты бы лучше вон у ацтека города позабирал, а не хотя бы без этих. Так я не вижу ацтека. Ну вот ниже буквально, он уже забрал у Кореи города. Вот ниже Кёнджу. Ну, один Канын забрал, да. Нет, он забрал три города. Просто не видишь, там снизу проплыв. И вот он по этому проплыву, там три города стоят корейских, которые он отбил у него. А карты покажешь? Там с трех мест нападение планировалось. Я понял. Ну я не вижу просто... Уже один Канын еще. Ну вот я тебе говорю, что ниже Канына. Сейчас я сделаю скриншот и покажу тебе карту. Откуда нападение планировалось? Знаем эти карты. Так, карточку на наемники надо поставить. Там, кстати, кто-то ученого не забрал. Уже все забрали. Да. Хотел посмотреть следующий. Ну, слушайте, я ж могу вроде у деда апнуть. Тоже могу, да. Так, кого мы... Давайте лян в аквакультуру все-таки уже. Ну и, соответственно, тут надо покупать строителя. Где-то, может, покрывание с тебя? Ну, давай. Блин, ну вот как я чувствую, я какое-то дебильство какое-то в этом месте делаю. А что Канди вообще хочет? Пикинёров. Давай культурно. Его нет. Блин, а где у нас
торговая республика в итоге. Ладно, пошли в торговую республику. Просто не успел выбрать, что делать. Сделаю исследовательские гранты. Чисто за счет Гонконга неплохо будет. Так, ну у нас осталось тут поставить и тут. Тут пускай ГГшка появляется. Он, видишь, вот этой вот штуковине, которая перед ним стоит, тоже нравится. Деньги на покупку универов оставляем. Она уже пришла. А там у нее товарки есть еще? Она пришла посмотреть. Красивая? Как сказать, оценить необходимость. Прихода? Блин, он мне грабит караваны, это я же говорил. Fucking shit. Блин, опять тут разрушило. Когда этот успокоится, конченый вулкан? Так, ладно, пускай строителя строит. Караван мы купим. Я спал в бою. Привет. Привет. Феодализм поставлю карточку на рабочих. Будем в порто клепать этих самых рабочих. Так. Зачем ты меня ломаешь? Потому что он просто пришел по приколу пограбить. У него эта способность позволяет. Типа, ему халявный ресурс, зачем ему от этого отказываться? Тебе от этого уже никакого толку не будет. Так, что там у нас в Фейтуре? Фактория делает 4 золота и производство. Что там, Пекин, тебе далеко до союзов? Кинул предложение. Перехода. Понял мои культурные достижения чуть-чуть, но ничего. Ну давай вот так я тебе кинул предложение. У вас себе мнение, господа. Где тут как бы ты это то сам ты понял. Блин. О, Кахоке. А у меня уже и нету послов туда отправлять. Чего? Я забыл совершенно про скаута. Не, надо в Пекин. Я тут сначала сделаю... Хотя, ладно, в Сиань. Слишком... На 14 золота вход больше. Слишком много. Португалия, ты в какой век выходишь? Вроде в золотой.
И плюс наука за каждые две клетки побережья или озера в этом городе. Так, карточку на... Ладно, скидка в стоимости уберу пока. Вот новые строители два действия получают. Вот это мне надо. Тут мне надо, наверное, скаута на автомат поставить. Хай он бегает. Режью идти, ладно, не буду. На автомат. Она есть. Сколько я культуры с верований? 12. Ну, маловато, маловато. Маленькие города у меня на самом деле. Ну а ты мне под столицу город влепил, я не мог больше ничего делать. А у тебя там как раз все помещалось. И у меня бы тогда влезло. Ну да, кстати, китаец, у тебя там сверху ж место еще было. А у корейца не было. Мне нужно было место под Петру. Не под Петру, под пирамиды. Ты его получил. О, я получил... Ни хрена я не получил, стоп. Четыре города поставил так, что весь континент занял полностью. А я не был сюзереном Канди, черт. Ошибочка. Блин, а у португальцев читер, на что типа и Нау дает 4 очка, и Фактория 4 очка. Ну, нормально, два уникала. Офигительный город, кореец, конечно. Так я увел у китайца посел, ну, то есть он мне заруинил игру, что делать еще? Согласен. Опций больше не оставалось. Сиане надо сделать, Блокопане надо сделать. Блин, как мне вот с этим лагерем разобраться? I have no idea. Сила выстрела города от самого сильного дальнобойного или от осадного тоже? И того, и того. В зависимости от того, почему стреляешь. А, даже так? То есть, если по кораблю там, то... Ну, типа, считать... чтобы я по кораблю нормально лупить, нужны, типа, баллисты, бомбарды, требушеты. Чтобы по юнитам стрелять, нужны, типа, арбалеты. Ну, луки, по Спасибо. Водяная мельница, кстати, очень в тему будет. А, слушай, что-то я забыл, я уже с пятеркой я все путаю. Нао только один раз факторию строит? Два, там же два заряда. Два? А, блин, я не навел на заряды. Помню, что в пятерке один раз они могут что-то... Или вообще не в... А, они в пятерке вообще торговлю там какую-то один раз делают. Они золото добывали. Стэк, где тебе в Тлакопане факторию ставить? Ну, где получше получится. Ну, получше, я так и спрашиваю, может, ты где-то хочешь что-то тебе там... Ну, у меня как бы выбора нет, может, с тобой если что заключить, ставь, где тебе нравится. Ну, я так понимаю, может... Я поэтому и спрашиваю тебя, вдруг ты где-то чудо там хочешь поставить, какая-то клетка. Нет. Никаких чудес я там не ставить, не собираюсь, там город производственный, ничего. Нигде она мешать мне не будет, так скажем. Так, где будет. Ну чё, начинаю раскочегариваться, ребятки.
Блин, Гайка. Очень странно, он Геликарнас построил, конечно. Следующим ходом союза. 2-2-2. Ну, я бы, наверное, тогда сюда ставил. Там коровы, правда, ну что поделать. Что-то школу навигации тут не купил. Храм тут купить. Не, два хода. Надо быстрее, чтобы выросло. Так и вправду, если быстрее, так надо купить. С другой стороны, что мне тут дальше строить тогда? Строителя просто. Да, конечно. Городов у меня немерено. Что, высаживаться, как вы думаете? Этого стрелка я убил все-таки, который мне тут пытался захватить. Я напоминаю, что 204-180 за счет Золотого века. У них должно стать меньше науки после того, как Золотой век закончится. Не фартануло. А убери вот ацтек квадрирему. Вот с клетки 2-1. Сейчас, секундочку. Ну вот этот точно не должен захватывать. Фига, тут у него одни сплошные торговые ГГшки. Блин. Чё, фактория, что на побережье только строится? Нет. Там можно типа... Ну почему-то на этой клетке не дало мне. Там рядом с ресурсами нужно. Да, там только главное, чтобы рядом с ресурсами было. Я не знаю, так вот же янтарь и краб. Я вижу, да, что там клетка где должна быть. Я не знаю, почему не дало. Наука. А Англия тихонько улетает. Китай, но я не буду войну никому объявлять. Забеет век. Не только у тебя век, у всех у нас век. Так у тебя 200, у меня 220.
Это очень большая разница, там невозможно перегнать что. Ну чё, этих ученых забаним. Да. Давайте. Все равно не нужны ученые. Давайте научные забаним в Гашечке. Они я вообще ни одной не нашел. Есть парочка. Еще раз что забаним? Научные? Да. А еще на канале появилась функция под названием «Супер спасибо». Я так понимаю, что это одномоментный комментарий, который будет прям виден, выделяться под видео. Но я, честно говоря, не смог сам опробовать, я без понятия, как эта фигня работает. Но если вы прям за какое-то видео хотите меня прям отблагодарить, например, вот за эту серию одномоментно, а не становиться спонсором, то вот такая штука теперь существует, и оно по-разному здесь выделяется. Ну, заранее спасибо. У меня 800 силы было, потому что я мобилизирую города-государства. Ну, так у меня наука просто... За мобилизацию сколько очков? Сколько за мобилизацию очков правда, интересно? Так не там смысл, не в том, что... Не-не, это я для себя. Ну, это просто... У меня же эти... Как его? Скажите, я вам скажу. Послы! Послы, да. Масол, масол! Блин, еще три хода до семи жителей. Опа, здрасте. Что это у нас тут? Может, нау пока построить? Давайте нау построим. Хорошо, без карточки. Блин, ну что, вырубать здесь? Очень не хочу тропические леса здесь вырубать, честно вам скажу. Что лучше сюда поставлю. И тут лес тоже дает соседство. Ладно, просто лесопилки буду делать. Норвежец хочет союз? Норвежец, год дружить. А тут построилось, да? Какой? Ну, видимо, и правда только на побережье можно. У тебя там еще один заряд есть? Я следующую клетку куплю, которая рядом с кампусом, может там построить. Так я одну в одном городе могу. А, разве? Да. По-моему, там уже несколько, там за каждую даются. Или я вру. Мне просто там не написано, можно. Что можно. Если есть клетки, можно любое количество в одном городе. Да. Серьезно? Тебе максимально выгодно в одном городе их строить. Прикол. А, их просто... Они не могут соседствовать рядом друг с другом, да. А так можно, да. Блин, прикольно. Ну, то есть ты тут... И по идее ты еще можешь построить вот над черепахами, снизу черепах. Но я просто не знаю, почему ты не можешь построить, типа... Ну, там написано «на побережье». Там я уже прочитал описание конкретно. Ну, это ж побережье. Фактория где-то. Можно построить только на побережье, рядом с берегом. Вот. А, рядом с берегом. Тогда понятно, тогда вопрос. То есть вот тут ты хочешь, да, еще выкупить? Ну, около янтаря снизу. Ой, фак. Осуждаем. Брат Венгар, поделись, пожалуйста. Блин, мне как-то надо с этим лагерем разобраться. Поделился. Спасибо. Не понял. Век тебе горе не знать. Okay. Так.
Ну, давайте мокшу назначу, чтобы религия распространялась. В гварду, наверное, в гварду. Разбомбил. Жуль. Гата пойдет веселей. Согласен. Только эти клетки на навигации в этом городе вообще ни хрена не работает. Ой, какая молодец я. Нет, сделка. Еще один ход до конца века. Ура, ура, ура! Еще. Может тут купить, кстати, рабочего. Ну и понятно, что в порту тоже надо. Так, ну что? Он может мне грабануть здесь какую-то часть караванов? Блин, я не знаю, с этим лагерем надо что-то делать, это трындец какой-то. Мне каперы нужны. Слушайте, а каперы где находятся за просвещением? За теократией. Теряют каперы. Великий торговец. Я явно. Рынков ма. На монополии. Монополии есть, да. Ну да, что-то капает. Блин, еще один почему создался. У меня монополизация редких ресурсов выросла на 5, кто знает. Слушай, подожди, ты обещал там клетку выкупить и не выкупил. Че я там стою? Простите, я забыл. А я, в принципе, вот тут, наверное, могу. Я вот тут могу. Оба. Ну там вот хуже было, ну ладно. Кто не успел, тот опоздал. Так, ну реформа денежного обращения, естественно, у меня. Дальше мы торговую республику принимаем, конечно же. Пока это поставлю, но я там пойду на... Караваны к союзникам. О, 100 промышленный, да, вот эту поставлю. Сейчас надо нау побольше построить. Ну и республиканское наследие, наверное, вместо строителей. Блин, или может строителей оставить? Я их точно еще буду. Давайте, наверное, вместо каравана. Караваны пошли. Так, где у нас там дипломатическая служба? А что тут поломало? О, ты венецианку строишь? Нет. Так, надо вот сюда встать, тогда тут зона контроля никуда деться не может. Порта надо покупать, продолжать рабочих за денежку. Так, что у нас с кампусами?
4 кампуса, но нам нужно в Понта Дельгадо про один ход подожди. О, кстати, в Понта Дельгадо я сейчас куплю. Блин, я только не очень понимаю, где конкретно мне надо тут ставить. Но уйдет соседство. Ну, правда, и сам район будет давать соседство. Наверное, все-таки сюда надо ставить. Да, сюда надо кампус, потому что он будет соседство, ну, как бы все четыре района будут друг с дружкой соседствовать. Ну что, 132, 143, 146. Видите, я по науке догнал. Это вольнодумство. Был умный, сразу поглупел на треть. Да. Не знаю, что-то не хочу часовню великого магистра, у меня слишком мало веры. Слишком мало веры в великого магистра у меня. Ладно, тут придется что-то построить еще. Видимо, еще строителей. Так, этот нау поплыл туда. Что у нас тут происходит? Так, а куда делся? Наверное, убили. Где города ацтека пооткрывать лучше? Китаец. Так, без акведука, видимо. Тут у меня еще где-то посел бегает, которого надо поймать. Таю никак не это, типа. Золото. Это, можно сказать, треть его всей экономики, да? Эти 5 золота. На. Фактуре. Так, сначала эту хочу отремонтировать. Вот ты что, братан, прям от души влепил. Я про твой город. Славный. Который из. Который не Кванджу. У тебя так много городов. А, ты тут тоже разведал? Конечно, проплыл. Тут бы в гварде, конечно, клетки повыкупать. Следующий отстак. В смысле, я очень мирный. Я за мир дружбу живу. Если кто-то говорит иное, он нагло. Так, один ход. Ну, видимо, пора. Я, наверное, буду. С Китаем у нас союз. Святилище строить. По идее, по-хорошему надо сюда, но я. Ну, священное место не буду, пока ничего. Вот сюда я поставлю священное место. Пока там может растянуться на века. Лёша, предложение. С-
венгром я, наверное, не с венгром, а с англичаном не успел посмотреть, что у меня янтаря только две штуки. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!